Бокетов, продолжаем с вами изучение секретов Шавот по книге Разамиркона. И разом, что ты верит, урали, нечмат, курат, мин, халам. Абья, дуршим, урахами, буруха, бензин, по Давид, бензин, фертор, да, сахата, мистер, урахами, бензин, фертор, шалом, барис, баула. А вода, та руах, шебехомер. То есть, служение духа в материальном. И он говорит, пишет первая глава, здесь, сот, хамаане, ле малахим. Секрет ответа Моше Рабену ангелам. Бей Мидраш, Мидраш Раба Парашат, Бей Мидраш Раба, Шмот. Написано там так: Муваши Бишашала Моше Рабену Ламаром, Бикшу Шала Моше Ламаром, Бикшу Малахи Ашаред Ливгобо, Асабо Акадош Баруху, Кластер Панавшель Моше, Думель Авраам. Мидраш говорит, что когда Моше Рабену поднялся на небеса, чтобы спустить Тору, ангелы хотели ему навредить, хотели причинить, нанести ему ущерб, и Всевышний сделал, что лицо Моше Рабену стало похоже на лицо Авраама Вину. Амалай Макадош Баруху, ята атем митбайшим хемену, лозеу шиератем слова халтем бетох бето. Спросил Всевышний ангелов, вам не стыдно перед этим человеком? Не к нему ли вы спустились на землю, и когда спустились на землю, вы ели у него дом? Амара Кадош Баруху ле Моше, ло нитна леха Тора эле бисхут Авраам. И сказал Всевышний Моше Рабену, тебе Тора дается только в заслугу Авраама Вину. Шене Марка написано, лакахта матанот ба Адам. Взял ты подарки в людях. Что это значит? Тейлим, 68 глава, 12 пасук. Что имеет в виду Давид Амелех в виду? Веэн Адам ха Амур кан эле Авраам шене Марха, Адам магадоль ба Анаким. И здесь написано, что ты взял подарки человеком, с человеком. Здесь имеется в виду, человек это Авраама Вину. Про него пасук говорит, ха Адам ха гадоль ба Анаким. Человек величайший из величайших. Так говорит Йошуа ха-Нави. Веадавар дореш эсбер. Вехима беках шахлу эцло. Хало кеэд ху ба лакахат мэм эта Тора. Шехаю Тората Шем. Шехаю мишташим бесудотея. Гуло хурида ливне Адам. Веалках рацу ливгуа бо. Вехи Адам шехаверо ахал эцло. Рашай лаво эль бето велакахат мэмэно эт оцаро. То он говорит, что нужно объяснение. Он говорит, ну и что, что ангелы ели у Авраама Вину? Сейчас он пришел на небеса, Моше Рабену, поднялся на небеса, чтобы забрать у них Тору, секреты, которые ангелы разбирали, и спустить эту Тору людям вниз. И поэтому они хотели ему навредить. Он говорит, что сейчас получается? Может ли человек, который пришел в гости к своему другу, у него дома поел, потом тот, который у него... У кого я поел, тот, который накормил, может прийти к тому домой и забрать его богатство у него дома. Самую драгоценную вещь, которая у него есть. Так получается, потому что они ели у Авраама Вину сейчас, потом к Авраама Вину пришел и забирает у них самое дорогое, что есть. Улам каашер наго малахим бемазон гашми эцел Авраама Вину ярду мимадригатам аруханит хагивуха везеу шегарам лаем шенитгау веамру ки Машхитима нахну это макомхазе. Говорит он, на самом деле, как только ангелы притронулись к еде, которая была у Авраама Вину, они спустились со своей высокой духовной ступени. И это то, что привело их к гордыне. Потому что они сказали, когда Авраам спросил, когда у них был там разговор, ки машхитима нахну это макомхазе. Они говорят, потому что мы разрушаем это место. Они разрушают. Всевышний разрушает. Умвар в Мидраш, шебиглал амиратам зо нидху отам малахим, мимхицатам ха элиона калах шана. И Мидраш говорит, что из-за вот этого выражения, то, что ангелы сказали, они были отделены от Всевышнего на 138 лет. Вехазрулим комам рак безман Якова вину. И вернулись на свое место в служении Всевышнему только во время Авраама вину. Вехем элу амалахим шераа Якова вину бехалумо шаю олим веордим бесулама муцав арца верошо магия шамайма. И эти ангелы, которых Якова вину увидел во сне, когда он спал и увидел лестницу, которая была ногами на земле и верхушкой доставала небес. Что написано? Что он увидел ангелы, которые поднимаются и спускаются. Что это были за ангелы? Это были те ангелы, которые пришли во время Авраама Вину. Раздушить в доме Амура, сказать Аврааму Вину, что у него родится сын Исхак. Но из-за своего выражения, из-за своей гордыни, они остались на земле на 138 лет. И только тогда, когда Яков Вину уже убежал от Эсава, они поднялись на небо.
תחילה עלו וחזרו למחיצתם, ורק אחר כך ירדו לעולם בשליחות חדשה ללוות את יעקב אבינו. Сначала они поднялись на небо, и потом они спустились снова с новой миссией для того, чтобы проводить Яаков Авину. Да, Мурам Мишаэ? Я говорю, что они делали? Что они делали, не знаю. Хотите там записи? Не знаю. Омнам рак шне малахим алу безман Яаков, ואילו שלושה, ואילו השלישי אשר דיבר בשם חברה, ואמר כי משקיטים אנחנו, נשאר בעולם עד תקופת מנוח, ועלה עם להבת האש. Он говорит, на самом деле из трех ангелов поднялись наверх только двое. Третий остался на земле, который сказал, тот, который сказал от имени своих друзей, что мы уничтожаем, мы ангелы-уничтожители, он остался на земле до времени Маноаха. Маноах – это отец Шимшона Гибор. Отец Шимшона. И тогда, когда Шимшон, потом, его отец, вернее, принес корбан, он поднялся с огнем на небо. Ка-катув ва-иках Маноах эт гдия изим. Ве-та минха ва-яал ала цур ла-ашем. Как написано там, и взял Маноах козленка и сделал из него корбан и поднял на камень Всевышнему. Умафли ла-асот. Ва-ихи ба-алот а-лахав. Ва-яал а-мизбех а-шамайма. Ва-яал малах бе-лахав а-мизбех у-маноах ва-ишто руим. И было, когда он сделал корбан, огонь поднялся на этот корбан, и из этого корбана и ангел поднялся на небо. הרי לנו שאפילו נבראים רוחניים כמלאכים כאשר נגעו מעט בחומריות ירדו ממדרגתם והגיעו לכלל גאווה. Мы видим, говорит, что такие духовные создания, как ангелы, как только они притронулись немного к материальному физическому миру, они спустились со своей высокой духовной степени и пришли к гаве гордыни. У них появилась гордыня. Мишумках кашер амар манох ламалах נעצרה נא אותך ונעשה לפניך גדי עזים. Поэтому Маноах, когда Маноах сказал, что давай мы остановимся, сделаем для тебя козленка, приготовим для тебя козленка, מיד ישיבו אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה להשם תעלנה. Что ему ангел тогда ответил? Если ты меня задержишь, я не буду кушать своего хлеба. И если, но если ты сделаешь корбан для Всевышнего, тогда я поднимусь. Лефиши квара а минисьоно адкама ло тов авуро лагад бахумриот. Почему этот ангел в этот раз не хотел кушать? Потому что он уже из своего опыта видел, насколько вредно прикосновение к физическому миру. Мишумках кашер бикшу малахи ашаред ливгоа бемоше рабену, שבא לקחת את התורה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם מתביישים מהמנו, לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו. Поэтому, когда Моше Рабейну поднялся получать Тору, и ангелы были против, сказал Всевышний ангелам, вам не стыдно? Вы же спустились к нему, и у него в доме и вы ели. У базе искирам адкама кашелит модет им нисьонота олама хомри. И так Всевышний напомнил им, насколько тяжело противостоять земным испытаниям. ומאחר שהדבר היחיד שיכול לסייע לאדם להתגבר על החומריות הוא רק לימוד התורה, כמובן בגמרא, אם כן, מה לכם לפגוע בו? Единственное, что может человеку помочь противостоять земным физическим испытаниям, это изучение Торы. Как написано в Гумаре, и поэтому говорит, почему же вы хотите навредить Моше Рабейну? Алло минисьонхем рейтем. עד כמה קשה לחיות בעולם הזה הגשמי. Вы же сами по своему опыту знаете, насколько тяжело жить в этом физическом мире. קל וחומר לבני האדם, שהם חרוצי חומר, שוודאי זקוקים לתורה. Тем более людям, если вы такие ангелы, не выдержали там испытания, то тем более людям, которые сделаны из материальных вещей, из материального мира, им тем более нужна Тора. ומעתה נכון הדבר מן הדין שהתורה תינתן להם. Поэтому мы видим, что по закону, по справедливости, Тору нужно дать людям. Немца эфо ше зухут Авраама вину ше ехилет малахе ашарет. Нистатму танотехем шель малаха малахим векибелу Исраэль эта Тора. Выходит, что в заслугу Авраама вину претензии ангелов были отвечены, как бы им ответили на их претензии, и еврейский народ получил Тору. Теперь написано в Гумаре, он говорит здесь так. Трактат Кидушин.
לי 72. נמשלה תורה כסם החיים. תורה она сопоставляется, представляется как пример эликсира жизни. משל האדם שהיכה עד בנו מכה גדולה והניח לו רטייה על מכתו ואמר לו בני כל זמן שרטייה זו על מכתך אכול מה שענתך ושתה מה שענתך ורחוץ בין חמין ובין צונן ואין אתה מתיירא ואם אתה מעבירה הרי היא מעלה נומי. פרימר такой говорит גמרא, что? На что это похоже? Человек, который хорошенько побил своего сына и появился у него рана. Он положил повязку на эту рану и говорит своему сыну, смотри, все то время, пока эта повязка на твоей ране, ты можешь есть, ты можешь пить, ты, все, что хочешь, ты можешь мыться горячей или холодной водой, пока эта повязка на тебе. Но как только ты эту повязку снимешь, то у тебя будет там воспаление. Каха кадош баруху амалаем Исраэль, банай, барати есерара у барати лотура тавлин. Так Всевышний сказал еврейскому народу. Мои сыновья, я создал Ецер-Ара, и я создал ему приправу. Это Тора. Вима темуским бе Тора, эна темним сарим бедо. Если вы занимаетесь Торой, то вы не будете преданы в руки Ецер-Ара. Векатав аль-каха Рамхал, месифро месилад ешарим. И написал Рамхал в своей книге Месилад ешарим. Вчера, 26 ияра, была годовщина Рамхала за царь. Он пишет там так. И в книге его «Месилат Йешарим» была основана на последней фразе, которую мы вчера учили с вами, на «Даф Йоми Масехет Сота», там говорится о том, как, что будет во время прихода Машиаха. Как бы там ни было, говорит он здесь так, в своей книге «Месилат Йешарим». «Вине пашутху шеима боре ло бара лемаказо эла рефуазо, евшар бешум паним шиерапе адам, мизота мака бильти зота руфа». Он говорит, понятно, что если Всевышний создал для вот этого удара, именно такое излечение. По-другому, понятно, нельзя излечиться от этого удара. Умеешь, я шов, ли на цели зулата, эйно эла тоэ. А человек, который думает, что может вылечиться без этого эликсира, он ошибается. Веере та уто лебецов кшиямут бехето. Когда он поймет свою ошибку, он увидит в конце концов свою ошибку, в конце, когда он умрет грешником. Кихине аецерара беэмет хазаку баадам меот. Потому что на самом деле, говорит, ецера у человека, он очень сильный. Умибли еди ато шеле адам холеху умитгабер бог бешолет алав. И человек, не замечая этого, ецера его побеждает. И управляет им все больше и больше. Ви им ясе кола тахбуло че боолам вело и кахарфуа ше невра ло шихия тора. Кмо ше катавти ло еда вело яргиш битгабрут холио элек ше ямут бехето ветиавет нишмато. И поэтому Ецер-Ара побеждает человека с каждым днем все больше и больше. Но человек этого не замечает, человек этого не понимает. Когда он это, если он не возьмет эликсир жизни, то есть изучение Торы, и не будет работать над своим Ецер-Ара. Когда он это поймет после своей смерти, когда он умрет в грех, в своем грехе, и его душа исчезнет. А лема зе доме лехоле шедараш беруфим викиру хорьо веамру ло шейках сам зе. На что это похоже? На больного, который искал излечения, ходил от одного врача к другому, а они поставили ему диагноз, определили, чем он болеет, и дали ему лекарство, написали ему рецепт. Вегуми бильти шеткадем ло идиа бимлеха деруфа яниха самаху вейках маши яле бимахшавто мина самим хало ямуда холея ум вадай. Каха давар азе. Он говорит, но этот больной, не понимая ничего в травах, берет какие-то травы и накладывает себе на рану или так хочет, проглатывает эти травы и так хочет излечиться. В конце концов, он умрет в своей болезни, потому что неправильно лечится. Ки адавар азе, ки эйн ми шимакир бехоле аецерара, убекуах хамудба бо эла бореше баро. Вот теперь он говорит, на что это похоже? Никто, кроме Всевышнего, который создал Ецерара, не знает его силу и не знает, как с ним бороться, кроме как Всевышний, который его создал. Вегу из Ирану шарифуа ло гиатора. Поэтому Всевышний предупредил нас, как излечиться, как победить Ецер-Ара, это изучая Тору. Только Тора единственное излечение, единственный эликсир против Ецер-Ара. Ми эфиониях вейках машейках зулато ихе. Так может ли человек, который возьмет что-то другое для того, чтобы победить своего Ецер-Ара, победить его? Никогда не получится. Вадайше хошех ахомриуд елех вигвар алав мидарга
אחר מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת, הרחק גדול שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על הרהורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש האמת. וידמו שלבי גבודיצי וצמנתי ועצמי материальности. И будет спускаться с одной ступени на другую, и не будет этого чувствовать и понимать. И будет отдаляться от истины, и даже не почувствует это. И не захочет даже искать истину. Ах, им мосек батура, бриото дарахея, цибуея, в азгаротея, и не совсов, ме элавит хадеш, богит орерут, шевио эра дерхато. Но если человек будет заниматься Торой, когда он увидит ее пути, ее заповеди, ее предупреждения, в конце концов у него обновится внутри него что-то, пробудится, и он захочет идти по правильному пути. Иерушалми Хагига, написано там так, в Иерусалимском Талмуде. Халвай оти азву ветурати шамру. Всевышний как бы говорит, пусть меня не оставят, но Тору мою соблюдают. Потому что свет, который в Торе, вернет их на место. Написано также в Орахаим Алла Тора, в комментарии на Тору. Нету никакой надежды победить Ецера, освободиться от Ецера, кроме как занятия Торы. Поэтому, когда человек будет заниматься Торой, тогда уже его уши автоматически не будут слушать его Ецерара. Он от этого Ецерара, Ведра Дашем, избавится. Продолжим на следующем уроке. Баруха Донай Леолам. Амин. Амин.